Сыну человеческому должно претерпеть многое, и быть отвергнутым старейшинами и первосвященниками и книжниками, и быть убитым, и в третий день воскреснуть. Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою. Отойди от меня, сатана! Ты мне соблазн. Потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое. Если кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего, с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его. Истинно говорю вам, есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем.